Привет, друзья! С вами канал «Удивительный мир животных». Сегодня в этом видео. Шершни считаются самыми крупными осами в мире. Их насчитывается 22 вида. Они относятся к семейству ос и живут большими колониями. Для обычного обывателя шершень – это просто большая оса, обитание которой приходится на всю Европу. Само слово «шершень» происходит от древнерусского «сыршень» и означает «злой». Родословная шершней ведет свою историю из 19 века, когда учеными были выявлены крупные осы, отличающиеся от своих сородичей. Самки шершня вдвое больше самцов, поскольку являются продолжительницами рода. Также они и агрессивнее. Однако ученые стараются не выделять этот факт. Шершни обладают туловищем по размерам от 18 мм до 36. Самые крупные особи достигают 56 мм в длину. Это поистине гиганты, которых изучают тщательнее и даже хотят отнести к другому подвиду. Шершни имеют большую массивную голову и глаза, которые располагаются сзади. Они имеют сильные челюсти, способные перенести крупное насекомое. Окрас от светло-красного до черного цвета. Они полосатые, хотя есть и пятнистые особи. Тонкие крылья шершня вовсе не влияют на способность летать. Они быстро взмывают вверх и могут находиться в полете несколько часов. В мире насчитывается 22 вида шершней и почти 60 подвидов. Вот самые известные из них. Обыкновенный шершень обитает на территории Европы. Его тело с коричневыми полосками. Коричневый или черный шершень. По цвету он темный. Коричневые полоски сочетаются с черными. Азиатский. В длину достигает около 6 сантиметров. Обитает в Азии. Японский шершень. Имеет яркий окрас и большие глаза. Обитает в Японии. Восточный шершень. Может быть любого цвета, хорошо переносит жару. Филиппинский шершень. Черный и ядовитый. Наиболее опасный вид. Территория популяции шершней обширна. Это вся европейская часть, до самого севера. Шершни обитают на лугах и полях, в приусадебных участках, в лесных зонах и массивах. Много шершней в сельском хозяйстве. В Японии характерен вид опасных шершней – веспинов. Их укусы ядовиты и опасаются их в Японии, как лещей. Что же касается России, то шершни любят Приморский край. Там их насчитывается большинство видов. На это влияет климат Приморья и лесная местность. Шершни, как и многие виды насекомых, могут питаться своими собратьями, мелкими насекомыми. Часто это бывают маленькие осы и пчелы. Однако способны шершни и переваривать труху от пней, древесину, кору деревьев. Они ядовиты, убивают свою жертву ядом, а после поглощают ее. Они могут питаться отходами и гнилыми насекомыми, которые умерли своей смертью и начали разлагаться. За это шершни и прозвали злыми. Особенно любят шершни пчелиный мед. Они разрушают целое семейство пчел и пасеки. Пасечники придумывают множество способов, чтобы спастись от роя шершней. Некоторые виды шершней не против мяса и рыбы.
Шершни не размножаются круглогодично. Они делают это ранней весной. Сразу после зимы самка уже начинает кладку яиц. После оплодотворения матки самцы погибают. Позже, когда потомство появляется на свет, погибает и старая матка. На ее место приходят молодые особи. Для каждого яйца самка подготавливает отдельное гнездо. Оплодотворенная самка успешно переживает зиму и после чего сразу отправляется на поиски места для будущего потомства. Чаще это деревья. Гнездо шершней поражает красотой. Очень часто гнезда шершней можно найти в лесу или на приусадебных участках. С помощью слюны не закрепляют гнезда. Их гнезда – норки с запутанными лабиринтами. Это помогает спасти потомство от других личинок и насекомых. Зима для шершней убийственна. Они не могут переживать холода. Чтобы выжить, обустраивают свое жилище как можно тщательнее, утепляя каждую дырочку. Зиму предстоит переживать только маткам. Они уже оплодотворены и готовы к потомству. С осени они питаются, запасая витамины и уходят на зимнюю спячку. Самый ответственный период в жизни матки – это построить теплое жилище. Из-за суровой зимы продолжительность жизни шершней небольшая. Самцы проживают от 3 недель, а самки до года. Рабочие самцы и самки живут также около года. Они не задействованы в продолжении рода и не являются главными в семействе. В спячке самка способна пережить 2 зимы, а после умирает. Существует множество споров, опасен ли яд шершни для человека. Смертность от их укусов крайне мала, однако встречались и такие случаи. Шершни нападают стаями. Они подают специальный сигнал и летят на жертву. Это может быть крайне опасно, поскольку доля яда увеличивается с каждым укусом насекомого. Шершень очень глубоко кусает, это вызывает боль. Если человек подвергнется нападению роя шершней, может наступить болевой шок. Потребуется незамедлительная госпитализация. Отеки после укуса спадают около недели. Не исключено заражение или нагноение. Большинство укусов шершней проходят бесследно. О пользе шершней ничего не сказано. Конечно, они поддерживают экологический баланс в мире. Однако большинство методов направлены именно на уничтожение шершней. Избавиться от них крайне сложно. Хотя они довольно миролюбивые осы. Они сами не нападают на людей, если их не потревожить. Точно так же ведут себя и осы. Если не причинить им вреда, то насекомые спокойно будут существовать с человеком, мило жужжать и проноситься 6-сантиметровым туловищем мимо. На этом все, друзья. Надеюсь, вам было очень интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И всего вам доброго.